2444 популярных видеоролика на моем канале на вечер 9 августа 2024 года. Интересная цифра такая, с тремя четверками. И эту информацию предоставил сам YouTube. И это очень хорошо, потому что определить количество популярных видеороликов на моем канале практически невозможно самостоятельно, потому что самих видеороликов много. На прошлой неделе мой канал прошел рубеж 66 тысяч опубликованных видеороликов. Ну и как среди этой массы понять, какие из них популярны, а какие нет? Да никак не поймешь, не определишь, да? Но дело в том, что сейчас это и не нужно делать. На YouTube есть агрегатор, который обрабатывает данные и выдает уже готовую информацию о количестве созданных о количестве популярных видеороликов. Заговорился. Ну, бывает, с кем не бывает, да. И на старуху бывает проруха. Так. Ну, естественно, это сберегает время и хорошо. Остается только лишь использовать эти данные, эту информацию, что я сейчас и делаю, снимая этот видеоролик. Спасибо YouTube за заботу.